Да надо это Крипера Нукера уничтожить, чтобы не случился взрыв. Еще и в этой деревне войны не хватало еще. Да мне дали еще, и где находится клад? Это находится на положении 1913-6432. Это как раз рядом с деревней. Там еще и море есть. Ух ты! Там алмазы. Если обменять 30 алмазов на изумруды, то это будет 175 изумрудов. Только я боюсь, что будет стыдно, что она отправит мою хренотень в Майнкрафте Нине под козырным названием Полный Хаос, где дома висят на воздухе, а маленький городок находится в шахте на глубине 30 блоков. Короче, надо будет с тобой к Нине поехать, который не видел уже 100 дней. Окей, самец сейчас придет удивлять. Так, вроде бы вам к Нине надо в другой город. Там до этого города 46 километров. На того, кто из Соломоновки? Да. Мы из Лос-Сантоса едем в Соломоновку к Нине. Я видел, как вы в соревновании вы выиграли 45 тысяч. Файри, прикрепишь видеорегистратор к лобовому стеклу и к приезду открепишь, когда до дому. Нажмешь на запись. Ладно, прикреплю. Но какая пропаганда? Пропаганда с Ниной? Не уверен, но Лифи мой друг, и сейчас на машину прикреплю регистратор. Я говорил, чтобы он не начал пропаганду и не создал его. А то он 178 раз использовал в базе 8739, обзор Нины и Лифи. Меня спалили. Вот блин. Да ничего страшного. У меня номер авто 178. Лол. Давай садиться. Чё-то ты насмотрелся Шрека, может посмотришь Губка Боба? Нет. Потом. А ты Губку Боба не смотрел 7 лет? Ну что же, заставляешь Губку Боба смотреть? Мой брат не смотрел его 19 лет, и ничего. Соломоновка находится не в регионе Гранда, где там 9 городов, а в Соломоновской области. Так вот что узнал, какая-то странотень, в Судане продают желе и желательно из Египта, африканцам дают египетское желе. Странная хрень происходит, что жевать жвачку является уголовным преступлением в Сингапуре. Охренеть, что полиция странная. Владик был в Малайзии, жевал жвачку и ничего. А тут в Сингапуре преступлением назвали. Ага. А то, что в Швейцарии нельзя смывать унитаз после 10 часов ночи. Перевалов не было в Семисотке, а 700-й перевал находится в Алтае. Короче, а чё ты про Губку Боба натрындил? Я натрындил про Губку Боба и то, что Лифи не смотрел его 7 лет, а тут твой брат 19 лет не смотрит. Я понимаю, да, ты идиот. Я понимаю, что желатин в Судане. Но один проститут из Франции пропагандировал ненависть к Губке Бобу, и там куча гневных комментариев, что Губка Боб крутой, а он ужасный. Затем его заблокировали из-за 20 жалоб на угрозу к самым крутым. Внимание, посмотрите все видео. Так вот, мы выехали из города, там надо на мост ехать, называется Даманская усадьба. Стоп! Там карта. Вот здесь регион Гранд, то есть остров Гранд, там будет скоро континентальная часть, около Сан-Фьерро мост Даманская усадьба, после моста Святого Золота. А вот там трасса и тут Соломоновка. Кстати, осталось 43 километра. Чё-то я стесняюсь, боюсь, что папа отправил Нине какие-то дерьмо. Нина может испугаться, ведь папа отправляет Нине мои создания.
Чего? Если Нина узнает, то я его не увижу, и мне придется смотреть губку Боба, потому что заставит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А тебя заставляли смотреть губку Боба, но ты отказался. И это произошло из-за того, что отправил за час аж 178 изображений с Слифи. Ага. А почему на трендели про то, что заблокировали пользователи за авторские права, ой? То есть за ненависть губки Боба с квадратными штанами, если быть точнее, то с параллелепипедными. А при чем тут параллелепипед и квадрат? Что за дерьмо? Вот там Нина. Открываем. Привет, Нина. Ты же смотрела творчество Александра и Лифи. Да. Вы мне пересылаете. И это очень хорошо. Молодец, Лифи. Фух. Слава богу, что не напугал. А то мне вместо игры в Майнкрафт мне пришлось смотреть губку Боба вместе с Грейси, Баблой или директором района Гроув Стрит. Чего? Что? Ты сказал, что не смотрел 7 лет. Я вспомнил, что ты смотрел его еще в прошлом месяце. И говоришь, что тебе понравился. Ну ты и наглец. Чего? Он не наглец. Брат Файри 19 лет не смотрел. И то только это было 4-го года после выпуска, если 19 лет. И то только в это время 3 сезона было. Идеально. Мне конец! Васька, привет! Я Денис! Я помню, Владик! Работай давай! Отстань, лень, не лень! Чё? Через плечо! Что? Рынь? У нас таких, как ты, на мыло пускают! Это пост администратора, а не детский садик! Ты либо работаешь, либо тебя снимают! Ты понял? Да? Только я ничего не понял. Работай, или я тебе яйца оторву! Понял? Это был пранк, мой пирожачек. Это пранк был идея от мэра города Варска. Правда, мы в поселке Даманская Соломоновской области. Кажись, я понял, это диктофон у тебя потайной. Вот здесь ларек мой. Кстати, почему ты не в Судане? Я улетел из Судана, но почему-то приземлились на город Турменистанское. Сел я на автобус, но я поехал в поселок Даманское вместо города Соломоновки. А мне маг дал способность поменять вид. Чего? Я также баскетболил. И да. Поселок Даманское находится недалеко от Соломоновки. Я понимаю, но у Ника Хамерича, наверное, и про тебя в 94-й серии ошибок написали по запросу от Сергея Мартынова. А предыдущая ошибка проверила вела распродажу в Соломоновке и невидимый шпион, которые провели острые чипсы. Ржавчину провели, возможно, к тебе проходящего. Чего? Ага. И получилось, ты пранканул снятием админки? Отжелательно из Судана уезжал в Даманскую, а не в Соломоновку. Да. Так получилось из-за мага. А вот я еще заглянул, как желатин заморозил Северную Корею. Но видимо потому, что тут законы жесткие и запретили невиновные гаджеты, которые никто не запрещал, нет интернета и религии. Ким Чен Ын, видимо, правит так, чтобы гражданам стало плохо. Да. Лифи. Можешь сыграть в комп, там и Майнкрафт есть. Конечно. Только не засиживайся. Ведь надо еще и ехать домой в Лос-Сантос. Что, Файри? Бабл, я увидел Карла Джонсона, а может быть и Сиджея, твоего соседа. Ну что ж, построим чуть что-то. Погнали!
Нина, круто поразговаривали, пока. Пока. Мои хорошие. Так вот, Норвегия бы захватила Мурманск, если она слишком зла. Но это НАТО. Если нападут, будет конец России, Китаю и Ирану. Надо разогнаться. Ведь надо по-быстрому, а то мне Влас Вентурас надо еще. Ага. Как там Тайвань? Тайвань? Да Китай его задолбает, это Тайвань. Ведь американцы то гипнотизируют Украину, чтобы ненавидеть Россию, а Тайвань конфликтует с Китаем, потому что именно Америка гипнотизирует. Мы уже почти приехали. Скоро уже Грув-стрит. Хорошо. Но на карте видно, что это полуостров Гранда. Следовательно, это регион так называется Гранда, но это Сан-Андреас, в настоящем мы с мостом встретились по пути в Соломоновку. Я был и на поселке Даманское. Все, мы приехали. Вот к тебе видеорегистратор. Спасибо, я погнал. У меня вопрос! А у меня восклицательный знак! Все, ухожу! Ну это уже реально конец. Всем пока. А я пошел захватывать экран. Чего?